в этом зале у нас презентация. Такой у меня наряд. Итак, смотрите, где я сегодня оказалась. Это роскошный отель. С коврами, с картинами. Сейчас быстренько покажу холл. Тут такие статуи. Такие перила, как в доме у Анастасии Волочковой. Так. Такой здесь роскошный холл. Сегодня презентация косметики. Цветочки живые, кстати. Картины. Красота неземная. Вкусняшки. У нас кормят там. У нас такой завтрак, шампанское. Но вот эти статуи, конечно, меня поразили. Красота. Смотрите, какой холл, какая люстра.
сегодня в туфельках. Так, надо не забыть, куда пойти. Хотя можно посмотреть, что здесь. Боже, какая красота! А вот эти статуи вблизи. Там уже номера. Пойдемте заглянем одним глазком. Картинами. Здесь какой-то зал. Елисеевская русская баня. Слушайте, красота какая. Картина. Здесь, наверное, завтракают. Красиво. Там уже, наверное, номера. Лестница. И лестница красивая. Наверху, на 6-м этаже, находится ресторан «Виктория». Не была там никогда. Слушайте, ну это что-то вообще. Обожаю такие интерьеры. Вот. Наверное, такой дорогой, пафосный, но выпить чашечку кофе, мне кажется, может позволить себе каждый. И здесь красиво. Так, пойдемте. Хотели бы тут пожить? Я бы, да. Это помещение туалета. Основное меню у них есть на сайте. И вот такой вот здесь бизнес-ланч. Можно выбрать суп, салат и так далее. Где у них винишко, непонятно. И вот такой вот вид чудесный, с геранями. Я здесь одна. И меня это очень радует. Сейчас пойдем с вами туда. Глазком на меню посмотрим. Цены тут приличные, потому что это 5-звездочный отель в центре города. Так что умножайте на 2, на 3. Борщ. Не знаю, сколько стоит вино, чай, кофе. Как у этого. Этого нет даже на сайте. И мне не принесли это. В общем, все я выбрала, что буду есть. Пользуясь случаем, наряд дня. Такое зеркало красивое. Это мы уже видели с вами. Тут потолок стеклянный. Интересно.
выглядит заведение. Мягкий-мягкий ковер. Тут по вечерам играет музыка. И вот терраска, где я уселась. Тут в бизнес-ланч входит водичка и хлеб с маслом. И салфеточка. Так, еще раз покажу вид. Я думала, народу будет больше. Ну, в принципе, они мне ни к чему, по большому счету. У нас какой-то ремонт затеяли на Невском. Ой, красота. И сегодня день такой хороший. Так что, кто в городе Санкт-Петербург ищет уединенное место, здесь нет музыки, это еще больше радует. Итак, вот так выглядит салат «Цезарь». Он здесь идет с тунцом. Сейчас буду пробовать. Конечно же, смотреть на красоту. Только что сюда пришли люди, и угадайте, куда они сели. Четко рядом со мной. Все заведение пустое, вся терраса пустая. Кстати, салат был очень вкусный. И мне кажется, они тут завсегдатаи, так как говорят, мы не знаем, что будем. Зачем так близко садиться-то? Самим же некомфортно. Или они решили, что я иностранка и не услышу, о чем они говорят? Пошлите вместе послушаем. Вот так выглядит мой пеканый супчик с мятой, с орешками. Надеюсь, будет вкусно тоже. Приятного мне аппетита. И вот мое очередное блюдо. Суп был очень вкусный. Надеюсь, рыбка тоже. И подача красивая. Сижу, нюхаю розочку. Жду свой кофе. Приносят кофе. И тут еще десерт входит в бизнес-ланч. И вот такой красивый набор сахарозы. Мне вот этот нравится, он такой, ну как нравится, я сахар редко ем, и сейчас не буду. Это самый вкусный десерт за последнее время, что я ела. Это просто чудо, это огонь. Очень вкусно, вообще здорово. И смотрите, тут такой мужчина стоит. И тут такое красивое место. О, еще одно зеркало, большое, прибольшое. Лифт. Здесь даже в лифте есть ковер. Очень понравилось. Вкусная еда, какой десерт, вкусный суп, вкусный салат. Очки забыла. Мне там покричали. Сейчас вернусь. Как раз хотела в лифте покататься и показать, как он едет.
тут почему-то закрыто, вот это место. Этот ресторан, вот этот нижний, называется «Талион», верхний «Виктория».